Всем привет! Вы на канале Know-how «Поговори с экспертом» и с вами я, Алена, эксперт по цифровой технике. У меня в руках универсальный смартфон среднего ценового сегмента от компании Realme, модель 6 Pro. Он сочетает в себе высокое быстродействие и хорошую автономность. Но давайте обо всем по порядку. Обычным градиентом уже никого не удивишь. Наверное, именно поэтому компания Realme выпустила модель 6 Pro в необычных двух цветах. А именно, синяя молния и красная молния. Неоновые молнии на корпусе очень эффектно сочетаются тут с градиентной окраской. Многие пользователи точно будут в восторге от такого симбиоза. Смартфон получил дисплей диагональю 6,6 дюйма. IPS-матрицей и разрешением 2400 на 1080 точек. А в настройках можно выбрать повышенную частоту обновления кадров 90 Гц. Хотя и на 60 кадрах интерфейс функционирует плавно и без торможений. 6 Pro оснастили процессором Snapdragon 720G. Техпроцесс 8 нанометров делает устройство еще более мощным и энергоэффективным. 8 ядер Крио 465 с тактовой частотой 2,3 ГГц и графический процессор Adreno 618 позволяет запускать даже самые требовательные игры. А еще технология Dolby Atmos позволит наслаждаться вам профессиональным звучанием. А вот квадрокамера стала уже трендом в среднебюджетном сегменте. 12-мегапиксельный телеобъектив квадрокамеры Realme 6 Pro обладает возможностью 20-кратного зума, а основной модуль на 64 мегапикселя позволяет сделать снимок с разрешением в 4 раза выше, чем в формате 4К. Ультраночной режим 3.0 и съемка в RAW формате позволяют создавать яркие и детализированные фото даже при очень низком освещении, а режим штатива – выставить длительную экспозицию и запечатлеть мельчайшие детали. Сверхширокоугольный модуль на 8 мегапикселей обеспечивает угол обзора в 119 градусов, благодаря чему вы можете делать панорамные фото и видео в самых разных условиях. А модуль для макросъемки на 2 мегапикселя позволит снимать на расстоянии 4 сантиметров от объекта, что также позволит вам получить более интересный контент. Фронтальная же камера тут двойная, которая имеет основной модуль на 16 мегапикселей и 2 мегапикселя сверхширокоугольный модуль с углом обзора в 105 градусов. Благодаря этому функционалу вы сможете сделать ночные портретные снимки и панорамные селфи, захватывая большее пространство или объектов в кадре. Но это еще не все. Также фронтальная камера Realme 6 Pro способна снимать селфи slow-mo. Удивлять подписчиков можно бесконечно. Для работы всех этих возможностей в смартфон установили аккумулятор емкостью 4300 мАч. Практика показала, что при средней нагрузке в течение одного дня разрядить ее непросто, а вот восполнить заряд батареи можно от штатного блока питания за 30 минут до 65%. А теперь слайд с техническими характеристиками. Комплектация состоит из сетевого зарядного устройства, кабеля USB Type-C, скрепки, чехла и пленки, уже наклеенной на экран смартфона. Предыдущая версия смартфона и так была хороша, но там не было модуля NFC, так что только ради этого стоит обратить внимание на Realme 6 Pro. Вдобавок к этому вы получите отличную производительность и автономность. Ну а выбрать и заказать смартфон вы можете по ссылке в описании. А на сегодня все. Всем хорошего дня и прекрасного настроения!